Привет! Мы находимся в теплице, которую я сам сделал. И сегодня я хочу рассказать вам про огурцы. Вот, огурцы – это круглые растения, которые имеют иголки. Видите? Да? Странная комбинация. Круглые, но имеют иголки. Почему? Потому что энергия молнии, которая распространяется над поверхностью каменного угля, она попадает в растение. И энергия, которая проникает в круглые растения, она имеет разную величину. То есть напряженность может быть то маленьким, то большим. Если напряженность слишком большая, то от круглых растений будет вылетать энергия, статическая энергия от этих маленьких иголок. Вот. А если энергия маленькая, то от этих маленьких иголок статическая энергия не будет вылетать. Потому что вот энергия, если она маленькая, то она будет сохраняться в этих круглых растениях, несмотря на то, что они имеют вот эти стрелы. Вот листья, они большие, вот, и они не круглые. Вот отсюда энергия вылетает. Если энергия очень маленькая, то есть энергия молнии падает на землю, распространяется по всей поверхности земли, и если энергия очень маленькая, то она будет вылетать только вот отсюда. А если энергия слишком большая, слишком огромная, то энергия будет вылетать даже вот отсюда, вот от вот этих иголок. Вот. А при таком огромном напряжении человек от удара тока не умрет, потому что вся поверхность будет одной полярности, а воздух она будет как бы противоположным, да, то есть земля заряжается плюсовым, а воздух останется отрицательным. Вот, по-моему, все это очень удивительно. Итак, вы сегодня узнали, что некоторые круглые растения все-таки имеют маленькие стрелы. Ну, допустим, возьмем киви, да? Вот. Изучайте технологии Бога, изолятор молнии, и вы узнаете еще больше.